После убийства Серджа начался настоящий хаос. Семьи воевали друг с другом, а Морелло залег на дно. Но босс не может прятаться вечно. В противном случае его перестанут бояться. Наконец, нам стало известно, где появится Морелло. Он хочет плюнуть нам в лицо. Сделать вид, будто войны нет. Встретим его на улице. Вот как мы сделаем. Будем ждать возле театра. До конца представления. И когда все богачи наружу попрутся, мы завалим Морелло и его быков. В народе. Прежде чем нас заметят. В театре будет аншлаг. Кстати, насчет зрителей. Туда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом чертов смысл, Том. Замочим его в открытую. На глазах у городской элиты. Будут знать, кто здесь главный. Пусть уяснят, что ни жетон, ни мантия судьи, ни толстый кошель не спасут. Перейдешь дорогу Сальери, ты труп. Хорошо, босс. Мы все сделаем. Возьмите автоматы. Постарайтесь не привлекать внимания, пока будете ошиваться у театра. Достанете пушки только когда появится Морелло. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик стал кроваво-красным. Вам ясно? Да, босс. Ну что ж, мы продолжаем с вами играть в мафию. У нас очередная миссия – это завалить Морелло. Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Босс дал отмашку. Сегодня Морелло умрет. Сегодня? Ни хера себе. Удачи, ребят. Жми на газ, Том. Поверить не могу, что мы едем за самим Морелло столько лет. Ни за людьми его, ни за семьей. Самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет наш. Не, я не о том, что с Доном будет. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Машинам его охранников. Надо от них избавиться. Врубаешься. За нами легавые. Вокруг театра их было полно. В прошлый раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. Не волнуйся, я лучше других знаю этот город.
Так, куда он оторвался-то? Сюда. Ну-ка, держитесь там. Шофер у Морелла хороший. Так, но с тобой ему не сравнится, Том. Давайте мочите уже его. Опять копы приходится. Боже, его ребята не сдаются! Мы тоже. Доведем дело до конца. Так, он, по-моему, в аэропорт ездит, да, чтобы смыться? Он в аэропорту, наверное, еще до хрена людей будет. Куда его несет? Ему не свалить из города, пока вы у него на хвосте! Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром! Он управляется к задним воротам! У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет! Там будут ждать его громилы! И хорошо! Пора их вычеркнуть из списка! Он подохнет, и его шестерки вместе с ним! Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было! Они только отремонтировали аэропорт после того раза! Там его громилы! Вижу их! Стоп! Стоп! Тебя! Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в волосах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Блин, жалко Громилу, конечно. Он просто хотел спастись. Так, ну да, как я и говорил, мы в аэропорт, короче, поскакали. Так. Отлично. Перезаряжаю. Готов. Один патрон, блин, оставался. У них подкрепление! Готов. Так, где тут хилка? Вот. Так, да блин, откуда? Так, в поле. Они меня сейчас прикончат. Так, патроны, патроны, срочно. Так, вольните уже того, блин, за тачкой. Оф. Да, ну придется мало бояться. Так, здесь хилка где-то была, я помню. Вот она. Гранаты, отлично вообще. Сейчас подорвем здесь все к черту. Да когда они уже кончатся? Куда? Так, вот туда вот так кинем.
как будто бухой стоял. Я его почти достал. А, блин, на. Жрите гранату, короче. Сколько вас там, блин? Не высовывайся! Пока не стреляю! Отхожу в укрытие! Так, патроны нету. Собираем все. С патронов, блин. Он мне вылезти не дает. На тебе, блин. Ищите удобную позицию. Ладно. Нет, 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 нет. Боже, куда он убежал? Парни, вы ничего такого не слышите? Шмидто! Морелло уже близко! Так, он улетает уже. Это плохо очень. Надо что-то делать. Машину! Томми, ты спереди. Ты стреляешь лучше вас обоих. Так, ладно, блин. Давай за ним. Гоните. А патронов-то нет, как я буду стрелять? Летай давай! Мы не разогнались! Поднимайся! Он сейчас летит! Стреляй по моторам! От него что, пули отскакивают? Все без толку! Так, без толку. Мы сейчас стрелять подрежем. Так, один готов. Сейчас он на второй. Он на самолете! Брось, я стрелять буду! Он еще не ушел! Давай, блин, все, отлично. Заряд. Я сяду за руль. Почему? Потому что я здесь водитель. Да, блин, почему опять надо догнать я? Самолет. Нельзя просто, чтобы я пострелял. Ладно, делаем так. Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и валим урода. Эта птичка не сможет летать вечно. Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на... Это ты так избегаешь лишнего внимания? Да, блин, она сама прыгнула мне под колеса. Ну, короче... Он не сядет, он рухнет! Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелло не сможет выжить. И меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Да, надо сейчас ехать за самолетом, чтобы смотреть, где он рухнет. Так, здесь поворот. Блин. Куда это он направляет? Кто? Копы нас засекли! Так я... Что делать с копом? Хватайте его. Опа, пожалуйста, отвалите. Где их там нужно подрезать-то? Ловушки слишком далеко находятся. Так, полицейские, отвалите. Все, он сел. Так, приблизительно знаю. Офицеры сообщают, что подозреваемый в маленькой Италии. Черт. Болото уже обмазались. Блин, ну, я так и знал. А как мне быть-то? Черт, надо было, короче, от копов избавляться. Блин, опять все повторно. Ладно, давайте сейчас не, постараемся не сбить никого, чтобы... Ладно, делаем так. Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и валим урода.
Эта птичка не сможет летать вечно. Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелла не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Блин, а в самолете нет парашютов там? Я как бы просто спрыгнуть с парашюта и все. Хотя на момент 35-40 годов. Может, вряд ли были трассе. Парашюты. За городом садиться безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Все, ему конец! Ага. Да. Конец. Да, походу он сейчас уже сядет. Да, уже мы практически близко находимся. Он летает. Типа самолет летает, а копам пофиг, да? Они просто крутятся в городе, типа ищут нарушителей. Кого-нибудь оштрафовать. А... Ой, вот он подорвался-то. Офигеть. Нам рано расслабляться. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать! Невероятно, мы сделали это! Да. Поверить не могу. Соберитесь, держите пушки наготове. Сейчас нам нельзя облажаться. Времени в обрез. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно? Конечно. Вот и все. Господи боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Нифига, конечно, он всадил ему пули. Теперь он понял. Да, брат. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. Чтобы он грустит. До встречи на том свете, Марк. Как будто бы они какие-то родственные души, и он вот тратит потерю своего лучшего друга. Может, они друзьями были. Ну что ж, ребят, мы завершили главу, где мы наконец-то уже убили нашего Дона Морелла. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также комментировать. Всем приятных просмотров. Спасибо, что посмотрели ролик до конца.